Тяжело в учении, легко при подтоплении. В среду сотрудники МЧС отрабатывали действия при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. Район для тренировки выбрали один из самых проблемных в этом смысле – Южский. Спасатели отрабатывали несколько сценариев ЧС. Подтопление частного сектора в поселке Холуй с эвакуацией жителей, автомобиль, провалившийся под лед, и отрыв людей с рыбаками. Такие мероприятия, именно связанные с вопросом предупреждения половодья. И мы действительно стараемся отрабатывать их в разных районах и отрабатывать все возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, связанные с вопросами безаварийного пропуска весеннего половодья. Цель очень достигнута, оценка удовлетворительна. Будем заниматься